Зина Кулиманалиева уже в течение 8 лет приезжает в Байтур-резорт, чтобы поправить свое здоровье. По ее словам, сочетание горного климата, свежего воздуха, физической активности и, конечно же, кобыльего молока позволяет ей привести организм в порядок в кратчайшие сроки. Она прибыла в Кумыса-лечебницу на 10 дней. Когда я сюда только собираюсь, вот на следующий день, я всю ночь не сплю даже. Думаю, ну как же быстрее бы мне приехать сюда. У меня такие эмоции тут. Вы знаете, я тут молодею. Слов нет, что здесь такой воздух, чистый, хороший воздух. Но Сусамыр есть Сусамыр. Но единственное, что здесь вот в Сусамыре сразу четыре сезона. Зима тут можно, и зиму встретить можно, и весну, и лето, и осень. Так что тут шикарно, шикарно. Как правило, кумысы-лечебницы располагаются в горных ущельях и долинах. Сусамырская долина – одна из экологически чистых уголков нашей страны. Именно здесь и расположился Байтур-резорт. Природа здесь, воздух. Воздух очень отменный, вода здесь отменная. Вода у нас вся идет, получается, через фильтр, но она идет горная. Мы проводили исследование, и после исследования показало, что вода сама, она прям натурально, там в составе есть серебро. То есть она тоже как бы лечебное воздействие дает. Доение кобыл здесь происходит с помощью специального аппарата. По словам технолога, это позволяет собрать ценный продукт чистым. Раньше мы доили кобыл вручную, но у этого есть и свои минусы. А сейчас мы пользуемся вот таким аппаратом. У нас же клиентов много, поэтому нам нужно подавать молоко, во-первых, вовремя, во-вторых, свежим, теплым и чистым. Этот аппарат позволяет нам быстро и чисто собрать продукт. Кумыса-лечение с каждым годом набирает популярность не только среди кыргызстанцев, но и среди туристов. Причем гости приезжают как с ближнего, так и дальнего зарубежья. Подобные места я не видела, чтобы молоко пить я не видела. Просто курорты. А вот такое молоко я не видела. Первый раз я говорю, вот в Кыргызстан приехали, в Сусамыр, где все хвалили по интернету, по везде, все хвалили, и мы приехали. Ну, мне нравится здесь... Ну, поиграть на улице, еще номера хорошие. А еще здесь можно хорошо, ну, попить молоко для здоровья. Мне нравится зайчиков кормить. Мы с подружками на качели катаемся, идем в детскую комнату, гуляем, рисуем. Стараюсь каждый год приезжать и каждый год получать лечение. Ну, желательно хотя бы 10 там, месяц, так не получается в связи с работой, но 10 дней постоянно получаю лечение. Вдобавок к лечению на свежем воздухе, посетители Байтур-резорта могут получить услуги профессионального массажиста, побывать в соляной пещере, устроить конный тур и поиграть в бильярд, пока дети развлекаются на детской площадке. Помимо этого, отдых в Кумыса-лечебнице – это замечательный способ познакомиться ближе с традициями кочевников и их образом жизни. Бегаим Бегалиева, Эльчибек Каштобаев, новости Ошпери.